День учителя. В музыкальном театре Михаил Дегтярев поздравил педагогов края с профессиональным праздником. Подробнее далее. Сегодня на торжественном вечере, посвященном Международному дню учителя, памятные знаки, премии, почетные грамоты и благодарности из рук Михаила Дегтярева получили 39 педагогов города и края. В Рио губернатор отметил огромные заслуги учителей в подготовке подрастающего поколения. По его словам, учитель – это человек, который определяет будущее ребенка. На личном примере. Мой учитель математики привил мне любовь к литературе, к поэзии и к русскому языку. А учитель литературы привил через книги интерес к истории. А учитель истории привил интерес к политике. В особенности порадовали в этом году выпускники. Край получил 33 100-бальные работы на ЕГЭ. В частности, благодарность губернатора края получила Ирина Галактионова, которая вырастила единственную в крае 100-бальницу по литературе. Саша у меня была с самого маленького возраста, и каждый год я заставляла их любить литературу, я заставляла их творить. И поэтому дальнейшую свою жизнь она тоже связывает с журналистикой, с книгопечатанием, потому что литература стала для нее тем воздухом, который ей просто необходим. Педагоги в этом году столкнулись с поистине сложной задачей. Им пришлось дистанционно передать ребятам те знания, которые возможно дать только очно. Но несмотря ни на что, они справились с этим квестом в реальности. Ирина Фостовец, Виктория Зыкова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. Мы также от всей души поздравляем педагогов нашего города и края. Желаем неисчерпаемого оптимизма и терпения даже в самых неожиданных ситуациях.